художник из меня такой же, как ухожу за бородой. Ну, короче, получается плохо. Я потом расскажу. Кто вообще кодит? Поднимите руки. Кто реально прогер? Кто считает, что реально прогер? А, считает? А теперь вопрос. Как балансируется 2-3 дерева? Как что? Как балансируется? Запросы. По сельджику. Браво. Я люблю это. 2008 год. Это медик. Отлично. На самом деле, грамотный кодер, в принципе, это я лично понимаю, это понимают многие серьезные компании, будь то Facebook, будь то Google, будь то тот же Microsoft. Нормальный кодер должен шарить основы, компьютер сайенс. Если вы основ не шарите, увы, вы не кодер. Это, ну, простите меня, пожалуйста. Хорошо, если это я в основах, я не кодер, а теперь внимание, У всех, ну, у многих есть дети, у многих есть продолжение своего рода, многие хотели бы заявить детей и так далее. Кто-то хочет научиться просто педали. Как бы, ну, глагол педали, чтобы ясно. Это кажется. Да, dependency, да. Вот. Как это сделать? Лучше всего, как бы, обучаться играя, правильно? Ну, есть много игр, которые обучают, будь то шахматы, будь то шашки, будь то что угодно. А я писал себе игру, в которой вы писали код, чтобы произошло действие. Выбирайте язык, ну, проще говоря, конечно, выглядит это крайне убого, но уж извините. Проще говоря, это выглядит вот так. Сбоку у вас структура вашего проекта. Все видели IDE, что такое всегда разработки, ну, в принципе, любая программа. Сбоку у вас структура папочек, там, бла-бла-бла. Вот. Внизу у вас командная строка, где вы пишете ваш код. Открываете файлы, пишете код. Любое действие на карте, любой объект, это объект. Все знают, что такое object-oriented programming. Это там любой класс — это объект, любой объект — это объект. Ну, суть какая? Суть — научиться писать. Суть — научиться писать код. Заставить детей, код развивается. В ближайшие 10 лет код займет все. Сегодня пишут под все. Под любую embedded-систему, под любой Android, под любой сервер-сайт, под любой фронтенд, бэкенд. Сегодня кодерская работа будет одной, ешь как бы, ну, место. Ну, не важно. Вот. Нет, поэтому... Есть вопросы какие-то. Да, давайте. Кого ищешь? Что надо? У меня все есть. Ну, было бы классно. У меня все есть, обращайтесь. Я напишу и бэкэнд, и фронтенд, и мобайл приложение. А продавать надо? Могу сразу подсказать, уже было несколько таких игр. Я знаю, я видел. Чекер или как она там называется? Там есть спеллчекер, да, есть. 3D-шпара, там только на Java, правда. 3D ты ребенок. Что нужен, старая сишная? Да, короче, на Unity сделать. Не, я буду писать все с нуля, никаких фреймворков, ничего. Только как? Хардкор. Только хардкор. Только себя. Только сэшвик. А ты потом это хочешь себе просто резюме написать или просто хочешь, чтобы... Нет, я хочу... Не, ну просто for good, это будет open source. For good — это конверсия простых существ, тупых. Нет, абсолютно не прав. В принципе, если брать эманацию моих слов, то абсолютно верно. Научить детей логически мыслить, научить детей писать код. Людей, которые хотят научиться писать код. То есть вы, в принципе, вот сегодня есть игра Minecraft, там есть shell скрипт, вы можете писать скрипты для игры. Так это ты ботов там пишешь? В принципе, толпа людей по всему миру в это играет ежедневно, миллионы людей. Вопрос такой, ты это вот в конце хакатона сделаешь, ты это хочешь делать в виде площадки, платформы, продавать, развивать, как ты это хочешь? Ты знаешь мое убеждение в хакатоне, максимально алгоритмы, математика, а дальше без разницы. Но на самом деле, как бы, основная идея, да, пустить как бы какой-то продукт, который помог бы просто человеку понять, как это кодить. Дать своему сыну, которому 10 лет, поверьте мне, это очень просто. То есть мы ему говорим теорию множеств, теорию графа. Я могу рассказать теорию. Все ясно. Спасибо. Ребят, подходите и последний вопрос. Это школа нам будет поддерживать много языков или какой-то конкретный? Ну, для начала будет один язык, который для меня best — это Java. То есть, ну, потом, да, потом будет там и C-Sharp, и любой язык, который... Да, конечно, ну, безусловно. Все, всем спасибо. Спасибо. Следующий. Для лямбда у тебя.